Сейчас я буду имитировать новый способ бороться с соперником. Вот эту видите палочку, выручалочку. Сейчас она превратится в очень опасное холодное оружие. Она превратилась в чаки, как видите, железные чаки. И будем сейчас с ней работать. Осторожно надо работать, потому что это железные чаки, это не палочные, чтобы по башке дали и не больно было. Вот это и называется наша имитация, сокрушить соперника. Можно и так, и по-любому ломать соперника, но главное осторожность. Ну вдруг, если захотите закончить, можно раз и закончить. И она превращается обратно в дубинку.